Меня зовут Альбина Богутинская, и сегодня я покажу вам земельный участок площадью 6 соток с бытовкой, которая находится всего в 12 километрах от Московской кольцевой автодороги. Адрес участка – Московская область, Люберецкий район, деревня Марусина, СНТ Марусина. Продается земельный участок площадью 6 соток правильной формы с размерами 20 на 30 метров, рельеф ровный. На участке установлена строительная бытовка. Документы. Земельный участок находится в частной собственности с 2005 года. Отсутствуют какие-либо имущественные или правовые обременения. Категория земель. Земли сельскохозяйственного назначения. Коммуникации. На участок подведено электричество, магистральный газ, водоснабжение и канализация проходят по границе участка. Участок расположен в 20 минутах на маршрутке до метро Новокосино и в 15 минутах до станции Люберцы. В 600 метрах от участка находится остановка общественного транспорта. В 3 километрах от участка открыли новую станцию метрополитена «Некрасовка». Инфраструктура. В шаговой доступности все важные объекты, а именно строительный рынок, детские сады и магазины. Территория товарищества закрытая, на въезде КПП. На территории СНТ есть детская площадка. Вблизи участка находятся населенные пункты Марусина и Матякова, что позволяет жителям поселка свободно пользоваться инфраструктурой как городской, так и поселковой. Не откладывайте свою жизнь на завтра. Звоните мне уже сегодня, и я с радостью покажу вам этот участок.